Как сделать науку доступнее и ближе к каждому? Такую задачу ставит перед собой стартовавший в области фестиваль науки. Участников ждут интересные встречи с учеными, специалистами в различных областях науки, культуры и других сфер жизни. На открытии научного форума побывала и наша съемочная группа. Друзья, если вы думаете, что ученые – это какие-то очень странные, непонятные люди, на самом деле это очень интересно. Ярославль встретил долгожданную Фесну. Именно так звучит краткое название такого масштабного для нашего города события, как фестиваль науки. Он проходит в Ярославле уже третий раз. Традиции фестиваля науки в Российской Федерации возникли в Московском госуниверситете имени Ломоносова. Поэтому мы, как некогда часть этого университета, в лице Демидовского университета, подхватываем ее. Вот это наша площадка в этом году. Ну, так придумали, поскольку, наверное, все традиционные пути и стандартные пути в науке не всегда приводят к хорошим результатам. Поэтому решили поступить нетрадиционно и очень рассчитываем на то, что внимание к науке, к научным достижениям, к творчеству, вообще к мысли, хорошо оформленной и красиво поданной, в Ярославле будет очень у многих людей. Объединив усилия, мы решили в рамках такого многомесячного мероприятия IT-осень провести фестиваль науки IT-день. И, в общем-то, мы открываем фестиваль науки. Фестиваль в этом году проводится в течение практически двух недель, с 12 по 25 октября. Основная его особенность в этом году в том, что у нас есть тематические дни. Дни здоровья, день технических наук и много других. Это, вот, наверное, главная особенность, но мероприятий, как всегда, будет довольно много. Самые свежие открытия в научном мире, самые необычные опыты, самые важные достижения. Глубокое погружение в мир науки, которое продлится в течение двух недель, обещает стать по задумке организаторов не только познавательным, но и интересным. Ведь речь о самом серьезном и важном будет проходить в игровой и развлекательной форме. День открытия фестиваля науки стал тому подтверждением. Ставший уже традиционным, форум сохранил все лучшее, что отличало фестивали предыдущих лет, и добавил много нового и интересного. Завтра на научном форуме «День здоровья». Ежедневно наша программа будет следить за тем, что происходит на фестивале, и показывать репортажи в своем эфире.